Добрый день. Вот решил сделать себе ремонт комнаты на чердаке. И в частности откликнулся такой мастер Сергей С, который здесь как Сергей Сава фигурирует. У него здесь накручены отзывы, 31 оценка, 5-0. Вот, смотрим, тот же Сава Сергей на другом сайте с таким же, у которого тоже своя бригада. Большая 10 человек, и здесь своя бригада строителей, большая 10 человек. Вот. Но, соответственно, у него другая уже здесь фотография. Вот. Ну, берем просто первая попавшаяся фотография. Здесь вот такой вот домик, видите, вот. Вот он. И смотрим просто его на Яндекс.Картинках. Он где-то там в Белоруссии, на самом деле. Вот, на белорусских каких-то сайтах. Ну, этот клон все закрываем. Значит, дальше. Ну, смотрим какой-нибудь, например, фасад из сайдинга. Вот такой вот. А этот вообще фасад из сайдинга кто-то делал в Миленках, это Владимирская область. Вот. А хотя бы пробить вот эту вот фотографию. Ну, сохраняем картинку, просто показываю, как это делается. Сохраняем, потом заходим на Яндекс картинки и выбираем там файл какой-нибудь. Вот. И у нас находится вот что это Константин Кочерги... Никитский, 81-го года рождения, вот, который ВКонтакте. Вот ВК-фул. Ну, просто это сканер такой. Вот если мы это Константин Кочергин Никитский, господи, в контакт зайдете, сами можете забить, увидеть, что это контакт реальный. Вот у него ID 156-7906. То есть, ну, взяли такого, первую покажете фотографию, который похож на кого-то мастера, вот, и бедного человека используют незаконно его фотографию. Вот, по факту приезжает какой-то там то ли азербайджанин, то ли не знаю, кто это. В общем, не пойми кто. Вот. И наценка у них, грубо говоря, 50%. Вот, то есть потом они эти заказы, видимо, перепродают. Спасибо большое за внимание.